Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Кировская область снова отличилась. Наш регион и Кострома, по данным ГИБДД, в этом году вышли в передовики по росту сразу трех показателей. Число ДТП, число погибших и число раненых. Прибавка у нас составила, соответственно, 1.5%, 4.5% и почти 2.5%. Если говорить о цифрах, то с начала года на вятских дорогах произошло около 1200 автоаварий. В них погибли почти 100 человек. В среднем по стране, сообщила госавтоинспекция, люди гибнут в каждом 11-м ДТП. Трасса 101. Правила дорожного движения снова изменятся. Правда, в правительстве еще не определились, как внедрить новшество либо в форме поправок, либо в виде новой редакции ПДД. О том, что конкретно поменяется, сообщается пока немного. Например, автобусам, не оснащенным ремнями безопасности, запретят двигаться со скоростью более 70 км в час вне населенных пунктов. Или новый знак, запрещающий движение маршрутных транспортных средств. Трасса 101. Чаще всего наезды автомобилей на пешеходов на российских дорогах происходят по пятницам, говорится в отчете ГИБДД. А наибольшее количество погибших в таких авариях пеших граждан фиксируется в субботу, наименьшее в среду. В основном водители не успевают затормозить при виде пешеходов в светлое время суток. Число погибших пеших участников дорожного движения с начала года достигло 2500. Трасса 101. Звание самой востребованной иномарки с пробегом в нашей стране удерживает Ford Focus. По данным Авито, сейчас модель стоит в среднем около 400 тысяч рублей. На втором месте со средним ценником более 600 тысяч находится Hyundai Solaris. Аналогичные прайсы – бронза у Kia Rio. Также в первой пятерке находятся Chevrolet Niva в среднем 300 тысяч рублей и Volkswagen Polo 600 тысяч. Трасса 101. Компания «Шкода» рассказала кое-что о новом бюджетном седане «Славия», премьера которого состоится в конце этого года. Возможно, модель будет продаваться и в России. Базовым мотором для новинки станет 1-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 115 лошадей. В списке оснащения 6 подушек безопасности, цифровая приборная панель, камера заднего вида, многочисленные электронные ассистенты. Сейчас добавлю, самая дешевая «Шкода» в России, «Лифтбэк Рапид», стоит минимум почти 1 миллион рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.